Этот эфир мы полностью посвящаем вам, наши дорогие девушки, мамы, бабушки и подруги. Мы приготовили для вас множество сюрпризов и обещаем, будет интересно. Кто они, красивые и успешные девушки Тольятти, и как они все успевают? Будем вас с ними знакомить, а также расскажем, как встретить весну во всеоружии и стать необычайно красивой с помощью макияжа. Пожалуйста, позволяйте себе быть счастливыми. Это очень важно. Весна – самое время заняться преображением своего тела. Популярный фитнес-тренер в студии программы расскажет, как быстро и эффективно привести себя в порядок. Но это еще не все. Что надевать и с чем носить? О модных трендах этого сезона расскажут стилисты. Я просто вижу вон тот нежный, элегантный, лиловый костюм, который будет тебе просто бесподобно на тебе. Идем его одевать. И, конечно, будем говорить о любви. Мы познакомим вас с молодой и счастливой русско-турецкой семьей. Нури и Ксения расскажут, как преодолеть все трудности во имя любви. Я тебя боюсь, но если я буду вместе с подругой, он такой, окей, давай. Ну и все. Сразу как-то началось. Мы общались 2 дня, и потом стали приезжать друг к другу. Весь эфир полностью посвящен вам, наши дорогие девушки, мамы, бабушки, словом, все представительницы прекрасного пола. Посмотреть телемарафон вы сможете 5 марта на ВАЗ-ТВ в 19:35 и на канале Тольятти-24 в 18:35. Не пропустите! Эфир также будет доступен на нашем канале в Ютубе и в приложении Тольятти-24.